Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Ваша кошка точит когти о диван, ковер или обои? Не спешите ее ругать, а лучше смастерите ей когтеточку, которую она ни на что не променяет. В этом выпуске мы расскажем вам 3 способа, как сделать когтеточку своими руками. В большинстве случаев кошки дерут мебель, ковры и обои не из-за вредного характера, а из-за отсутствия в доме специально отведенного места для точки когтей. Но не спешите бежать покупать когтеточку в магазин. Ее можно сделать своими руками. И это совсем не сложно. Как и что для этого может понадобиться? Давайте разбираться. Представляем вам 3 популярных способа изготовления когтеточки в домашних условиях. В качестве основания для когтеточки можно использовать ножку деревянного стула или деревянной тумбочки. Обмотайте ножку плотной веревкой в несколько слоев. Затем закрепите веревку у начала и конца тугими узлами или гвоздями. Когтеточку можно сделать из втулки от бумажного полотенца. Для этого необходимо присоединить к втулке подходящую по диаметру крышку от какой-нибудь бутылки. Важно закрепить ее с помощью клея или скотча. После нужно наполнить втулку чем-то тяжелым, например, камнями или старыми монетами. Так когтеточка будет устойчивой. После необходимо обмотать втулку в несколько слоев плотной веревкой и закрепить концы веревки клеем или крепкими узлами. Если кошка крупных размеров, можно сделать когтеточку не из одной, а из нескольких соединенных друг с другом втулок. Для изготовления когтеточки в домашних условиях также подойдет картонная коробка. Ее нужно наполнить тяжелыми предметами, а после заклеить скотчем. Получившуюся конструкцию необходимо обмотать плотной веревкой несколько раз. Концы веревки обязательно нужно закрепить тугими узлами. Попробуйте смастерить когтеточку для кошки одним из перечисленных способов, а после постарайтесь привлечь внимание мяукающего друга к новому предмету. Например, сбрызните когтеточку кошачьей мятой. Думаю, что уже спустя небольшое время ваш питомец забудет о том, что когда-то точил когти в неположенном месте. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!